Всех приветствую, меня зовут Ева, и в данном видео я покажу, как быстро и просто сделать весеннюю композицию в стеклянном клоше. Для начала собьем гнездо. Я решила использовать темно-зеленую сетку. Мне понадобилось 4 полоски шириной около 5 сантиметров. Каждую полоску растягиваем руками. Наносим клей на кончик сетчатой полоски и подгибаем внутрь. Скручиваем сетку спиралькой, периодически проклеивая ее между слоями и расширяясь кверху. Гусиные яйца я леплю из белой самозатвердевающей массы. Здесь все просто. Формируем шарик и сужаем кверху. Оставляем сушиться на ночь. В Фикспрайс я приобрела такой подсвечник. Наношу на его верхушку клей, момент кристалл. Сверху наношу горячий клей. В этой связке стекло к стеклу или акрил к стеклу клеится отлично. Приклеиваю блюдца от клоша. У меня это лимонница из Фикспрайс. Сверху на поддон клею гнездо. Кстати, визуально кажется, будто гнездо обросло мхом. В гнездышко кладу пару перышек, выкладываю яйца. От таких веточек отрезаю декоративные капельки почки и распределяю их по поверхности гнезда. Накрываем гнездо крышкой-колбой. В магазине игрушек я приобрела такого гуся. Мне понравилось, как он выполнен, и я решила, что он прекрасно дополнит создаваемую мной композицию. Гуся я приклеиваю сверху на стеклянный клош, он как бы оберегает яйца, пока мама гусыня куда-то отлучилась. Такая композиция послужит действительно оригинальным праздничным декором, причем будет одинаково эффектно смотреться где-нибудь на полочке и на пасхальном столе, особенно если сделать таких несколько. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Если это так, поддержите, пожалуйста, его лайком, а также подписывайтесь на канал. Но самое главное, берегите себя и своих близких. До новой встречи. Пока-пока.